Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня мы вместе с вами полистаем новый каталог Oriflame номер 7. И в этом каталоге нас ждут отличные предложения, новинки и интересные акции. И мы будем не просто листать каталог, а я вам покажу продукты, которыми сама пользуюсь, мы вместе их протестируем по возможности, и я дам свои рекомендации. Я вам всем желаю приятного просмотра. Каталог номер 7 будет действовать с 10 мая по 29 мая. Обращайте на это внимание, ровно 3 недели. И, кстати, каталог закрывается в субботу 29 мая в 21 час по московскому времени. То есть уже на сайт вы не зайдете и заказ не отправите, и вообще ничего нельзя будет сделать. Поэтому будьте вовремя. Итак, наш каталог начинается с приветственного комплимента. Мы можем заказать с вами целый набор за 69 рублей. Код набора 128 450, и в этот набор включается сам каталог уже номер 8, пробник сыворотки Time Restor, далее пробник тональной основы On Color, матирующая тональная основа, и пробник туалетной воды Woman's Collection Radiant Peony. Будет новинка с пионом, отлично. Далее читайте, у нас проходит интересное мероприятие от компании, с нами работают визажисты и стилисты, и вы можете в этом поучаствовать и получить и подарки, и классную информацию. Поэтому читайте все внимательно, переходите по ссылочкам, которые указаны в каталоге, а мы будем продолжать. Супер мега крутое предложение каталога, прям с первой странички мы видим, что при заказе на 990 рублей со страницы с 4 по 17, включая новую тушь, мы получаем в подарок вот такую вот парфюмерную воду мини спрей 8 миллилитров абсолютно бесплатно. Можете даже потестировать аромат, если у вас есть бумажный каталог. Эта тушь, я ей пользуюсь уже несколько дней, вот как получила заказ, мне ее вложили в заказ, сегодня записала видеообзор. Тушь великолепная, это наша любимая с вами тушь 5 в 1 XXL, у нее чуть-чуть крупнее кисточка, чем у нашей привычной туши 5 в 1, но у нее классный состав, то есть эта тушь и делает объем, и длину, и уход, и изгиб, и разделение, и она очень классно смывается просто теплой водой, не оставляет таких уж слишком заметных вот кругов, как некоторые тушь делают, что ее никак не смоешь ничем, только специальным средством. Это же прекрасно смывается, и прям легкие-легкие следы там прям чуть-чуть остается вытереть. И эта тушь всего 299 рублей, прям вау предложение. Я буду, конечно, на каждые 990 рублей заказывать одну тушь, потому что это у меня самая популярная тушь в моем окружении. Далее нас ждет вот такой чудесный продукт, подводка для глаз, и она стала моей любимой, она переплюнула подводку Giordani. Единственное, что, наверное, лучше, чем вот эта подводка, будет новинка — лайнер с кисточкой Giordani. Смотрите, какая красота, я очень люблю эту подводку, она долгоиграющая. Если Giordani она высыхала и ей нужно было быстро работать, то это вот прям набрали, можно делать толстенькие стрелочки, можно тоненькие, супер просто, я ее обожаю, прекрасная подводка. Что-то она плохо закручивается. Отличный продукт, я в восторге, всем рекомендую, отличные стрелки. Далее набор, у меня набор естественные реснички, это ресницы магнитные, девочки, не нужно наращивать ресницы, портить их, берем с вами набор. В набор входит магнитная подводка, то есть нормальная хорошая подводка, единственное, что нужно пользоваться, конечно, чтобы она не высохла. Наносим один раз, даем высохнуть, наносим второй раз, даем высохнуть, потом берем реснички, подводку закручиваем, чтобы она не высыхала, потому что если она высохнет, мы уже их приклеить не сможем. А реснички, смотрите, у нас идут с магнитиками, то есть и здесь магнитная ленточка приклеивается, и мы вот так берем, сейчас возьму по-другому, и приклеиваем. Вот сейчас у меня, конечно, это не глаз, но вы видите, что вот они, она держится, эти магнитики держатся за подводку, она, правда, у меня еще не досохла. Снимаем, обратно приклеиваем. Единственное, что я заметила, если вдруг я хохотала до слез, то у меня может слеза пойти вверх, чуть-чуть размыть подводку, и реснички отклеются. Поэтому я с собой ношу подводку на всякий случай. Вы делаете то же самое.
Естественные смотрятся отлично, а вот кукольные и густые очень огромные. Девчонки брали, это вот действительно для молоденьких девчонок, мне кажется, самый классный вариант. Здесь нас ждет адаптивная тональная основа, серия The One Everlasting с SPF 30. Прекрасная тональная основа, это моя любимица, можно так сказать. Вот недавно только закончилась, и я сейчас стараюсь закончить тональные основы, чтобы они у меня не накапливались, потому что все время хочется с чего-то новенького. Так вот, эта тональная основа чем меня привлекает? Она не забивает поры, лежит ровно, идеально, она адаптируется под состояние и под тон кожи, и еще прекрасные варианты выбора оттенков, 10 вариантов, представьте, как здорово. Лучше всего наносить вот таким спонжем, это лучший вариант для того, чтобы любая тональная основа легла ровно, мягко, красиво. Следующий продукт тоже мой любимчик, вот сегодня как раз у меня закончился такой, и я достала новый, вот открываю его вместе с вами первый раз. Давайте веночку вот попробуем перекрыть. Это консилер, я его использую в зоне области под глазками. Смотрите, какой он мягенький, нежненький, тоненький, у него очень маленький расход. У меня такой вот продукт был больше года, это точно, учитывая, что я каждый день пользуюсь, представьте. Так я еще наношу его немножечко вот сюда, где носогубные складки, чтобы высветлить. Я беру самый светлый, я их высветляю, видите, как хорошо, и он так прекрасно делает кожу ровной и более молодой. Особенно кто делает антивозрастной макияж, то нам необходима именно вот такая штука, стойкий консилер. И мне нравится, что он не собирается в мимических морщинках. То есть я его вообще вот нанесла утром, и больше я его не видела. Я вижу только красивую кожу у меня под глазками. Но вы сами замечаете, что у меня всегда аккуратно под, ну, зона, где нижняя века. Пудра. Вот эта пудра меня покорила. Честно говоря, она мне понравилась больше, чем пудра Giordani Gold матирующая. Представляете? Хотя та на порядок дороже. И эта пудра оказалась какой-то невероятной. Во-первых, она невесомая. Во-вторых, мне очень подошел оттенок средний. И во-вторых, она весь день держит шикарный макияж. Посмотрите, какая шелковая, какая она крутая, эта пудра, еще и с зеркальцем, и с классным спонжем для нанесения пудры. Можно и спонжем, можно пуховкой, можно кистью наносить. И классный дизайн, уже более такая стильная упаковка по сравнению с предыдущей, я в нее сразу влюбилась. На следующей странице помады, и, конечно, помады всегда привлекают, особенно когда их много, когда большой выбор. Здесь у нас будет матовая помада, смотрите, сверху матовая, далее стойкая атласная помада ниже, то есть она будет давать губам такой объем классный. Здесь нас ждет жидкая помада мусс. У меня, кстати, есть помады мусс из прошлой коллекции, вот такие вот у меня, ну, цвета чуть-чуть, мне кажется, другие. Вот пряное какао, кстати, наверное, вот это он и есть, или оно, да, 26-й, вот, есть пряное какао, давайте его посмотрим. Она чуть-чуть подсыхает и становится матовая, губы классные, просто супер. И вот у меня еще есть, по-моему, пролине был оттенок раньше, его сейчас здесь нету в этой коллекции, но он очень классный. Я вот этим я очень часто пользуюсь, а какао, конечно, пореже, потому что уже более темный оттенок, и он обязывает. Вот сейчас посмотрите, через какое-то время она станет матовая. А здесь нас ждет жидкая матовая помада, и у меня есть оттенок классический красный. Я ее обожаю, просто обожаю. Во-первых, и кисточка удобная, наносить классно, то есть она такая анатомическая вот по форме губ. И какой цвет, девочки, посмотрите, такие сексуальные губы получаются, объемные, самое главное, губы объемные. Обожаю эти помады, и они мне вообще не сушат. Так, карандаши для глаз контурные, ой, для губ. Второй раз сегодня говорю на них, что это для губ. У меня нюд и шоколад. Давайте нюд посмотрим, он прям нежно-нежно, такой вот в розовинку, как телесно цвет губ, а шоколад, он очень темный, прям такой прям вау, темный шоколад. Карандаши крутые, кто-то мне в комментариях пишет, что карандаши ломаются. Девочки, как их можно сломать, я не представляю. Посмотрите, я их дотрагиваюсь до кожи, он уже рисует. Все, я не представляю, как его сломать. У меня никогда не тут-тут-фу не ломались, и я ими очень довольна. Мне эти карандаши нравятся больше, чем серия Giordani Gold. Однозначно, они очень крутые.
Так, а вот помады ультракремовая, у нас же она поменялась, и дизайн поменялся, и состав поменялся. И эта помада мне очень нравится по качеству. Мне кажется, она легче, чем была предыдущая. Предыдущая все-таки как-то вот была тяжеловатая, что ли. А это, во-первых, губы какие с ней мягкие, какие они ухоженные, приятные. Я ее на губах не чувствую. Она настолько красивая. У меня оттенок розовое дерево. Я его обожаю. Вы все время спрашиваете, что у тебя за помада на губах. В основном вот этой пользуюсь, когда не знаю, какую выбрать или тороплюсь. Она подходит под любой образ, под любой абсолютно. Это очень удобно. Нужна такая помада, которая вот будет на все случаи жизни нас спасать. Мультифункциональный бальзам для губ AZ с SPF 25. Вот предыдущая версия, я их ругала как могла, что горчит, не могла пользоваться. Это хорошая. Я взяла опять мягкий персиковый вот этот оттенок. Она дает легкий цвет. Давайте тут нанесем чуть-чуть. Вот, легкий оттенок есть, как будто губки свеженькие такие, слегка, да, цвет придает, блеск придает, объем сразу, уход, отличный уход. Вот такая помада нам нужна, бальзам, тем более с SPF 25. Сейчас начнется солнце яркое, активное, вы на пляж поедете, чем вы будете защищать губы? Конечно, этим бальзамом, других вариантов нет. Так, помада Metallic. У меня была помада, даже есть на нее обзор, на морозную сирень, но так как она мне не идет вообще, я ее подарила Мишиной маме, ей, потому что она очень-очень понравилась. А следующая помада у нас прям парад помад, да? Такая вот красавица Giordani с красивой такой упаковкой, юбочкой. И тут у нас символы Giordani. Мой оттенок здесь не представлен. Я так понимаю, ее сняли с производства. Это был янтарный королевский, по-моему, или королевский янтарь. Но я просто хочу сказать по качеству. Мне помада очень нравится. Видите, она такая глубокая, достаточно плотная. Уходовая помада, это антивозрастная. Девочки, у кого уже 35, наверное, 30+, пожалуйста, обратите внимание на эту чудо-помаду. Она очень хорошо ухаживает за губами, и она нам идеально подходит. Так, вот такую я помаду не заказывала, к сожалению, но у меня на канале есть свотчи на все эти помады. Посмотрите, какие они красивые, какое качество. Это просто мечта, а не помада. Если вы любите матовые, она и не сушит. Вообще чудо. Так, следующая помада On Color, вот такая вот дерзкая красно-черная юбочка, 169 рублей всего. Мой оттенок, сейчас мы его найдем, наверное, теплый ореховый, 76, вот, вот она, и смотрим ее, у меня уже вся рука в помадах, действительно, давно такого не было, парад помад. Так, все вам их стараюсь показать поближе, чтобы вы хорошо видели. Очень люблю эту помаду. Она, несмотря на то, что вы видите, она плотная, как она комфортно лежит на губах. И я никогда раньше не брала вот эти помады из разряда On Color, потому что, ну, как-то вот мне не нравилась упаковка. Я думала, что они какие-то слишком простенькие. Но попробовав эту помаду чисто случайно, я поняла, что это стоящая помада. Стала ее всем рекомендовать. У меня есть подруга, у которой практически все оттенки. Мы заказали одну, она попробовала и сказала, мне все, ну некоторые мы отмели, потому что они просто ей не подходят, а все, которые вот могли подойти, все заказаны, ну штук 8-10 у нее точно есть. Ароматы, вы знаете, про ароматы я много говорить не буду, потому что, во-первых, то, что чувствую я, вы можете посмотреть видео, оно вышло буквально вот на днях на моем канале, вся моя коллекция ароматов, там около 40, их даже больше, чем 40, я рассказываю про все, которыми я пользуюсь. А в основном я всегда говорю, девочки, вы пока на себе не поносите аромат, вы не поймете, нравится он вам или нет, поэтому заказывайте пробники или хотя бы ищите вот такие вот странички, где можно потереть аромат и понять, что да, это то, что надо, или вау, нет, это вообще не мое, потому что порой состав читаешь, кажется, все идеально, но здесь не все ноты перечислены, и может быть попадется одна нотка, которая будет, вот знаете, как капля дегтя в бочке с медом, все испортит. Вот есть какая-то нотка в аромате Miss Giordani, и я его не могу переносить. А аромат-то классный, я состав читаю, мне все подходит, но зато про этот аромат, новинку, я вам точно расскажу. Я его получила на обзор, смотрите, какой дизайн красивейший,
какая коробочка, какая баночка, вот вроде бы ну ничего особенного, но ярко-желтый цвет всегда поднимает настроение, особенно если это мимоза, и мимоза это пудровое звучание придает, и самое главное мандарин дает вот эту дерзкую, свежую, энергичную ноту, потом мягкая пудровая, и шлейф это нота белой древесины. Мне аромат безумно понравился, он понравился Мише, он сразу сказал: вау, чем у нас так вкусно пахнет. Я говорю: вот, вот, смотри, знакомься. Кстати, можно заказать пробник аромата. Так, вот здесь он написан 39809. Это уже следующий пион будет. Вот, обратите внимание, чтобы вы могли попробовать, прежде чем заказать. Стойкость аромата мы смотрим сейчас вот по кружочкам и видим, что здесь средняя концентрация. Ну, часа 3-4, будьте спокойны, аромат будет с вами. А затем просто нужно его обновить. Ароматы в Oriflame разнообразные, на любой вкус, на любой кошелек, кстати, да, как мы говорим. Есть подешевле, есть подороже, есть очень дорогие. Ароматы красивые, состав классный. Создают ароматы все известные парфюмеры, которые работают с самыми крутыми брендами. Обратите внимание, кстати, что у нас аромат Love Potion Midnight Wish уходит из коллекции. Здесь написано, количество товара ограничено. Мои любимые ароматы. Вау, как я люблю наш Giordani Gold. И так далее, и так далее. Обратите внимание, что у нас есть коллекция эфирных масел. У меня есть такая коробочка, здесь, правда, два масла всего. Почему два? Баланс я отдала дочке, а релакс у меня лежит около постели в косметичке, и я им каждый вечер перед сном наношу на себя, чтобы легче и слаще уснуть. Это энергия. Мне очень нравится то, что они уже разбавлены, их можно просто смело наносить вот так вот на кожу, на пульсовые точки. Так, нанесла, вдыхаю, делаю дыхательные упражнения, несколько буквально вдохов, выдохов и так далее. А это у меня уверенность. Я им всегда мажусь перед выступлением, перед презентацией, перед звонком. Мне очень помогают эти эфирные масла, потому что они воздействуют на определенные участки коры головного мозга, которые отвечают за энергию, за уверенность, да, за спокойствие и за баланс. Кстати, у нас обновляется лимитированная коллекция украшений Норхен, и я посмотрела уже в новом каталоге, есть классные предложения, тоже вам рекомендую не отказываться от каталога, если вам в заказе предлагают, чтобы посмотреть хотя бы бумажный вариант, это намного удобнее, чем смотреть электронный вид. Здесь у нас немного аксессуаров, обратите внимание, что аксессуаров становится у нас совсем мало, да, в основном они переезжают в каталог Норхен, и я, кстати, об этом очень грущу, да, ну кое-что у нас есть, например, есть плед-сумка с тропическим принтом, есть сумка-холодильник 2 в одном, очень красивый плед, вернее круглая парео с невероятно симпатичным орнаментом, две пары солнцезащитных очков, и далее мы смотрим умный шопинг. Сделай единовременный заказ на сумму 750 рублей в каталоге или на сайте и получи доступ к супер ценам онлайн. Это очень круто. Кстати, на втором шаге мы получаем уже классные предложения и можем заказывать продукцию полюбившуюся, которая нам достается с большими скидками. Так, далее, карандаш для бровей Giordani Gold. У меня уже такой малыш, на самом деле он очень длинный, когда мы его получаем. Чем он мне нравится? С одной стороны, есть щетка, очень удобная щетка для того, чтобы расчесать брови, снять лишнее или просто придать им форму. А с другой стороны, очень классный карандаш, мой любимчик просто. Вот такие он хорошенькие, рисует штришочки. Его можно вот так, например, я прорисовываю, если я вижу, что, например, я густо нарисовала, я щеточкой беру, прям по волоскам вот так прочесываю, и он выравнивается и становится как будто бы такой бархатный вид у брови. Это мне тоже очень нравится. Карандаш прям всем рекомендую, отличный. Далее, объемная основа под тушь. Честно говоря, она у меня была, мне понравилась. Она действительно придает объем. Мы наносим сначала эту основу, потом сверху тушь, и уже ресницы подготовлены, то есть тушь сразу схватывается, так густенько ложится, длина уже, изгиб у нас готов. Но, честно говоря, без этого продукта я жить могу, на самом деле. Да, я вот два раза заказывала, уже не повторяю, потому что прекрасно, наша тушь любая справляется с моими ресницами капризными. Далее, тушь, супер тушь для ресниц с интересной щеточкой. Смотрите, кто такие щеточки любит. Смотрите, какая большая скидка в этом каталоге на тушь.
тени, двойные тени, боже, какие они крутые. У меня есть тоже обзор, но не на все, по-моему, оттенки, что у нас было в бизнес-центре. Я все перепробовала, даже вот этими делала макияж. Они шелковые, они так красиво лежат на веках, они прекрасно тушуются, смешиваются, у них хорошая интенсивность, то есть высокая пигментация, макияж получается невероятный. И мне нравится, что вот подобраны парочки, и с ними этого достаточно, чтобы сделать классный макияж. Если вы любите определенные оттенки, зачем вам много других, если можно взять, например, золотой и такой шоколадный. Все, вот у вас прекрасный макияж. Вот мои любимые оттенки, пряный имбирь. Мне не нужны синие, мне не нужны фиолетовые, мне нужны вот мои, все. Так, далее, объемная подкручивающая тушь Giordani Gold, у нее такая необычная кисточка, я, честно говоря, к ней быстро приспособилась, но она такая забавная, смотрите, прям со сгибом. Я удивилась, что ей действительно удобно накрасить ресницы, потому что я посмотрела, думаю, это что за кривулька, что мне с ней делать, что это за волнушечка непонятная. Оказывается, удобно, и действительно ресницы прокрашиваются классно. Хотя вот я не любитель пушистых кисточек, я в основном люблю нашу 5 в 1 полимерную, да, такую кисть, а это очень прикольная, прям рекомендую. Она и подкручивает классно, и объем придает ресничкам, то есть все супер-пупер. Подводка маркер, вот про нее я говорила, что она побьет все рекорды, она положит на лопатки абсолютно все подводки, которые вы пробовали в своей жизни, потому что здесь кисточка, это так удобно. Откуда я знаю, мне присылали на обзор с AliExpress аналогичный продукт, и я сказала, вау, хоть бы в Oriflame такую выпустили. И вот когда у меня закончится вот эта моя подводка, я закажу потом эту, ну чтобы не сохло, потому что подводки хватает надолго. Гелевая подводка тоже интересная, но к ней нет кисти. К ней нет кисти, поэтому нужно отдельно заказывать кисточку, чтобы накрасить себе стрелочки. Она тоже стойкая, она тоже хорошо укладывается, хорошая пигментация. И многие хвалят, просто девчонки прям за нее горой, какая крутая подводка. А здесь нас ждет чудо. Вот скажите, это волшебные просто шарики. Я по-другому про них сказать не могу. Магия. Магия приходит у нас в таких вот коробочках. Давайте разложим. Это вот естественное сияние. Видите, на бумаге чуть-чуть по-другому. В жизни тоже чуть-чуть по-другому. А это у нас нежно-розовый. Это пудра в шариках. И вот смотрите, как мы их набираем. Берем кисть и вот прям вот так вот делаем, как кашку варим. Набираем, набираем волшебное зелье, варим, варим, варим. И вот то, что здесь набралось, я иногда вот так встряхиваю, так, мы переносим уже на кожу. То есть здесь не очень много пигментации, не слишком ярко, вы никогда не переборщите ими. Я вот так обычно рукой закрываю, чтобы они не убежали. Вот так вот вы сделаете, и будет, смотрите, вау, сразу покрытие какое пошло, пошло, живая, красивая кожа, да? А вот этот, он даст нам, тоже наберу кисточкой, он даст нам классное сияние и легкую коррекцию. Вот, сразу кожа оживилась. Естественно, если вы будете делать это по тональной основе, то эффект будет очень крутой. Смотрите, я вся в царапках, только сейчас это увидела. Вчера котяток везли в добрые руки отдавать, и я с ними пока нянчилась, они меня все исцарапали. Прошу прощения, очень красиво, вы видите? Я взяла свою руку с синими венами, да, всю исцарапанную, нанесла просто румяна сверху, припудрила, и уже оживилась кисть. Она стала, смотрите, какая нежненькая кожа, здоровое сияние, вау, просто, да. Поэтому я не знаю, как люди живут без таких вот прекрасных продуктов. У меня всегда есть румяна в шариках, и это пудра, я их просто обожаю. У меня много разной продукции, но вы знаете, то одно надоест, то другое, хочется чего-то разнообразия попробовать, поэтому я беру всего понемножку, то одно, то другое пробую. Основа флюид тональной серии Giordani Gold, у меня к ней отношение неоднозначное. Я не люблю продукты вот с такими вот пипетками. Во-первых, смотрите, все изгваздано, да, все нужно подтирать. Я вот ей сейчас не пользуюсь. Так, давайте вот тут замажем мои царапки. И нужно, знаете, вот так вот достать, вот как бы эту, либо эту пипетку нажимать. Кто-то пользуется, сразу капает на лицо. У меня одна клиентка говорит, я накапала себе на лицо, промазала на блузку, пришлось переодеваться. Ой, как неудобно. А я говорю, так надо на руку сначала, наверное, было нанести, да, а потом уже на лицо. Итак, давайте пробовать.
что у нас получится. Она пудровая, то есть мы ее нанесли, она тут же, она вот прям шелковая, как пудра. Я ее наношу, а у меня под рукой не тон, а прям такая приятная консистенция. Она высыхает и становится матовой, хорошо перекрывает все недостатки, как вы видите. Вот если я нанесла, какой у меня оттенок, давайте посмотрим. У меня фарфоровый, вот он, да, двадцаточка должна быть, да, 920. Вот посмотрите разницу. Ну а сверху румян немножко, то есть она уже не требует даже пудры, потому что она уже сейчас встанет, уйдет все, да, в кожу. Здесь останется только бархатный финиш пудровый. Это, конечно, чудо, но было бы здорово, если бы она была с дозатором. Честное слово, если меня будут смотреть наши производители, да, сделайте нам такую же, только с дозатором. А здесь я в руках держу кушан. Кушан — это вот такая вот, ну, я не пользуюсь этой губкой, на самом деле я спонжем пользуюсь, поэтому она у меня тут лежит просто грязненькая, когда я первый раз ей попробовала и бросила. Смотрите, что это такое. Мы берем спонж, вот так вот надавливаем, и у нас здесь появляется, давайте вот сюда намажем, появляется тональное средство. Ах, как оно сразу омолаживает кожу. Вот я сейчас чуть-чуть подзагорю и буду ей дальше пользоваться. Омолаживает 100%, это очень заметно, лицо становится таким ровным, таким молодым. Уж поверьте мне, я умею отличить хороший продукт, потому что у меня есть мои возрастные проблемки уже какие-то, которые хочется скрывать. Я очень ценю, когда продукт не забивает поры, не скатывается, лежит весь день с утра до позднего вечера, чтобы мне не нужно было переживать, что у меня что-то на лице поплыло, поехало, собралось в порах, потому что это нереально. У меня люди могут прийти в любой момент, или на созвон, или на личную встречу. Наш дом всегда открыт, к нам приходит много людей. Я поэтому всегда считаю, что нужно выглядеть круто. Продукт, конечно, очень, во-первых, модный, он пришел к нам, да, из корейской косметики, но я хочу сказать, мне очень понравилось. Очень, просто прелесть. Насколько хватает, не знаю. Я им пользовалась летом, потом у меня кожа побледнела, я перестала им пользоваться, и он у меня не высох за зиму. Читай, осень, зима, и вот уже весна идет. Видите, что у меня еще пропитано много этого средства, мне его хватит надолго еще. Следующая страничка — это пудра. Пудра рассыпчатая. Вот такая пудра. Она в одном оттенке идет. Оттенок считается универсальный. Удобно то, что здесь лежит кисточка. Я открываю, то есть мы так поворачиваем, закрыли, открыли, высыпали. В крышечку высыпаем, берем кисточку, да, и переносим на лицо. Оттенок действительно универсальный. Ее не видно будет на лице. То есть вы ее наносите на кожу. Давайте так я ее высыплю. Наносим на кожу. И она просто пропадает и оставляет бархатный красивый финиш. Потрясающая пудра, она минеральная, поэтому мне она очень нравится, то что лицо с ней какое-то вот безупречное становится. У меня уже она не первый раз, наверное, третий или четвертый. То есть когда заканчивается, я ее беру, хотя у меня сейчас накопилось так много пудры компактной, я стараюсь ее использовать, чтобы она не лежала просто так. А вот рассыпчатая очень удобно пользоваться дома, и у кого жирная кожа, рассыпчатая классно, да, вот она как бы собирает весь макияж в одну кучку. Корректирующая база под макияж с гиалуроновой кислотой. Девчонки хвалят, очень все хвалят. У кого особенно кожа сухая, мне кажется, это обязательное условие — наносить базу под тональную основу. Иначе тональная основа будет лежать некрасиво, или забиваться везде, или кожа будет чешуйками торчать. Поэтому вот это средство все так нахваливают, что даже мне хочется попробовать. Но вот я пока себе держу в руках, потому что знаю, что я не такой уж фанат всяких дополнительных продуктов. Вот, например, у меня праймер, да, лежит, и вот он лежит у меня, я им иногда пользуюсь. Одно время был у меня бзик такой, я пользовалась каждый день праймером, а потом надоело, как отрезала. Сияющая основа эликсир, видела ее в деле на моей подруге, тоже она консультант в моей команде. Ой, как это красиво! Вот такое чувство, как будто лампочку включили изнутри, и вся кожа светится, просто светится. Очень красиво, это тоже база под макияж. Стики. Я вам покажу стики. У меня три: хайлайтер, румяна и средство для контуринга. И я что заметила, видите, они как будто у меня за это время, я их летом
покупала, получала на обзор. Мне кажется, они как будто усохли чуть-чуть и даже бултыхаются маленечко. Да, вот этот так потрясает. Давайте посмотрим хайлайтер. Берем вторую руку. Хайлайтер прекрасный, просто он такой деликатный, такой не яркий, не пугающий. Красивый оттенок румян, очень натуральный. Чуть-чуть его наносим, в щечки втираем, очень красиво. Но вот средство для контуринга просто невероятное. Смотрите, какой хороший, качественный оттенок. Не в рыжину, не в красноту, ничего лишнего. То есть то, что нужно, нанесли чуть-чуть, растушевали, все, ничего не видно. А вот хайлайтер просто прелесть, сказка. Я, кстати, с этими средствами могу тремя сделать полный макияж, потому что хайлайтер и румяна, и также вот корректор для, ну, средства для контуринга идет и на веки можно, и на щеки, на губы. Здесь мы все подсветили на глазках, над губой верхней. Посмотрите, какое чудо. Три продукта взяли, вы можете сделать очень красивый, естественный макияж. Поэтому, конечно, да, я рекомендую эти продукты, они мне очень нравятся. Далее волшебные палетки с консилерами. Давайте их так разложим по порядку. Тоже на них есть отдельное видео на канале, или будет скоро, в ближайшее время уже отсняли. Что про них будем говорить? Давайте все равно покажу. Вдруг у вас не дойдут руки, ноги до видео, а вы должны понимать, что это такое и с чем это едят. Так вот, сегодня прям буквально мазалась. Давайте посмотрим зелененький. А где же вам их показать? Я уже даже не знаю. Так, зелененький, вот так выглядит. Он перекрывает всю красноту. Да? А светлый беж для сияния. Такое для сияния. Вот этот вот желтенький, золотистый желтый, он маскирует все, шрамы, сосудики, пятна какие-то. Да, там и пигментацию. Вот этот маскирует. Дальше. Я найду подходящие кисти. Ага. Так, второй у нас идет. Давайте начнем по порядку. Желтый. Где у меня желтый? Желтый. Вот так он выглядит. Мы читаем. Для подсвечивания светлой и средней кожи. Розовый. Для здорового сияния. Вот он наш розовый. Он нам даст здоровое сияние. Они, видите, какие плотные, пигментированные. Вообще чудо просто. И бежевый для также маскировки всяких шрамов, пигментации и так далее. Мы их наносим, даем встать, да, потом аккуратненько можем растушевать край. И сверху тональную основу спонжем наносим. Получается чудесный макияж. Лицо просто конфетка. И самый темный у нас идет вот светло-коричневый. Тут мы его возьмем, так вот сюда нанесу, светло-коричневый. Потом он у нас для маскировки темных кругов самый темный, он белые точки, фиолетовые точки перекрывает, а я им делаю контурирование, да, выстраиваю лицо. И коричневый, вот этот коричневый, он у нас выравнивает и маскирует все несовершенства. Но я делаю все, что мне нужно. Я носик корректирую, все. Посмотрите, какие они красавчики. На самом деле, вот для меня самый нужный вот этот светлый, потому что кожа светлая, и я всю красноту и пигментацию им просто убираю, и под глазками убираю вот эти вот темные свои круги. Все, мне больше ничего не надо. Но так как у меня есть все три, то я еще им делаю коррекцию лица. Так, поехали дальше. И снова помада. Кстати, вот помада Ultra Fix, она здесь без скидки, но, честно говоря, она когда со скидкой, их выгребают просто как горячие пирожки. Настолько классная, крутая помада. Помада Энергоблеск тоже все любят. На лето отличный вариант. Вот просто прекрасно. Если эта помада у нас 8 часов стойкость дает под маску, да просто кто любит матовые помады, она не сушит губы, классно лежит, то это будет сиять и манить губы к поцелую. Просто прелесть. И блески. К сожалению, эти блески куда-то у нас пропали. То ли их совсем сняли с производства, да, то ли как. Но вот я их очень люблю. У меня есть, например, вот такие два блеска. Просто покажу вам, что они классные. Хотя здесь написано, что он стойкий и не липкий. На самом деле все равно липкий. Может быть, конечно, не такой липкий, как вот бывают блески.
но все равно липкость есть. Но какие они классные, у них чудесный запах, они прекрасно увлажняют губки, они и лежат хорошо, и прекрасно и с контуром, и без контура. Посмотрите, какое чудо. Я их очень люблю. Я набрала себе, вот когда были они последний раз, каталоги, я всех оттенков себе и коралловые взяла, и эти повторила, чтобы были, поэтому очень рекомендую. Тушь, стойкую тушь я не брала, ребят, не знаю, но по кисточке вижу, что она крутая, как 5 в одном, кисточка очень удобная. А тушь удлиняющая с эффектом наращивания у меня есть, и она неплохая действительно, немножко не мое, как бы сказать, ну не прям не фонтан, вот как я люблю, да, кисточка все-таки мне 5 в одном идеально подходит, но я хочу сказать, тушь действительно неплохая, она хорошо прокрашивает ресницы, у нее хороший черный такой пигмент. Вот мои, увидите, где мои, да, ресницы. Но их сейчас я вам не покажу. Но есть на канале обзор на эту тушь, как я ее первый раз открываю и крашу. И сразу реально крутые ресницы. Но вот насколько я помню, мне кажется, она у меня отпечатывалась немножечко на верхнем веке. Могу ошибаться, конечно, но вот что-то такое вот было. Щипчики. Кстати, классные щипчики, вот у меня еще из прошлой коллекции. Если ресницы капризные или прямые, то щипчики просто необходимый гаджет для того, чтобы сделать наши ресницы классными. Только не нужно делать на накрашенные ресницы, на сухие, подержали 15-20 секунд, отпустили, сразу накрасили. Потому что если вы будете второй держать, то у вас они уже распрямятся. То есть подержали, зафиксировали, отпустили, накрасили, второй глаз подержали и так далее. Далее, конечно, да, помада для бровей. Я говорю, что это мой продукт номер один. Смотрите, я же все стерла уже. И я им пользуюсь, ну, практически каждый день. Очень редкий день, когда я без этого продукта. Смотрим, здесь кисточка в крышке. Это сразу плюс. Набрали. И начинаем рисовать. Она такая тоненькая, что мы можем и волосики нарисовать, и вот так вот вывести бровь, какой нам нужно формой, заполнить ее потом, да? Вывели, заполнили, нарисовали, расчесочку взяли, расчесали. Очень классно. У меня оттенок средний. Я пользуюсь постоянно, очень люблю этот продукт и всем прям нахваливаю. Хватит, я даже не представляю, насколько. Я уже несколько месяцев пользуюсь этим коричневым, и его незаметно даже, что я его использовала. Здесь есть также трафареты для бровей. 4 варианта. Если вы не умеете красить брови, возьмите трафаретики. Какой-то вам да подойдет. Я всегда среди них нахожу какой-то мой вариант. Но я уже приспособилась, сама без трафаретов обхожусь. А поначалу пользовалась, конечно, удобно. Тени Кайал. Я не пробовала их, девчонки, правда, и не знаю, как ими пользоваться. Я смотрю, как делают другие, и восхищаюсь. Думаю, ну вы просто люди-герои, я так не умею. А вот карандаши для глаз, да, классные. Пробовала, знаю, что они очень хорошие, популярные. И смотрите, как оригинально здесь сделали. Такая идея. Сначала серебро, а сверху тоненько идет черная стрелочка. А внизу лесные травы зелененькие. Да, вот его видно, что он такой густой, глубокий цвет. Здорово. Можно столько интересных идей реализовывать с помощью карандашиков. А вот тени, они моя любовь. Тени, любовь. Отдельно покупаем вот такую вот магнитную палетку. Здесь дырочки есть, чтобы тоненьким иголочкой, например, вытолкнуть эти тени. У меня много оттенков. Вот здесь 6 и еще 2 или 3 точно лежат отдельно. Мои любимые, конечно, матовые. Я ими вот практически очень много зимой пользуюсь. На лето сейчас пойдут вот такие яркие, сочные цвета. Вот, видите, золотистые хаки. А здесь небесный голубой. Как удачно я их, да, сразу взяла. А здесь вот золотистый просто не представлен. Да? Ну, чтобы вы хотя бы знали, что это очень классные тени. И я рекомендую их наносить на базу. То есть у вас должна быть какая-то основа, либо праймер, который также есть у нас в каталоге, может быть, в этом не представлено, не увидела пока. Маленький тюбик праймера обязательно закажите. Либо вы можете взять вот такие тени, тени стойкие, карандаш, и их использовать как базу. Они вот такие вот мягкие, легкие, ими делать удобно любой макияж, любой простой, быстрый. Вот кто говорит, я не умею тенями пользоваться, то вам вот сюда, на эту страничку, потому что с этими тенями любой абсолютно сделает макияж, любая.
Абсолютно. Я обычно ими всегда внизу подвожу, здесь внизу, потому что они не тянут кожу, не травмируют ее. Очень красивое свечение получается, легко, ненавязчиво, ну просто фантастика. И что мне нравится, по ним можно работать сухими тенями. Но когда они высохли, когда они встали, вы их уже не сотрете. Это фантастический продукт. Тут у нас все для ногтей. Смотрите. Покрытие базовое, сушка, покрытие пленка, то есть вы нанесли, высохло, сверху лак, высохло, закрепили, потом взяли, вот так поддели и сняли. То есть вам не надо средства для снятия лака. Сыворотка для ногтей не пробовала. А далее у нас тут пилка шикарная, четырехсторонняя. Набор кисточек, чтобы нарисовать что-то. У меня, видите, он какие-то цветочки, но это не нарисовано. Я их приклеила. Просто на лак приклеила, а сверху сушкой прошлась. Жидкость для бережного удаления лака. Она крутая. Знаете, чем она крутая? Ну, воняет она ужасно, правда, мне не нравится. Запах резкий, сильный. Но я впервые в своей жизни попробовала жидкость для снятия лака, которая не размазывает. Вот, например, я буду снимать вот это вот, тут же толстый слой лака, еще и сверху сушка залита прям вот густо. Внизу база, еще эти вот цветочки. Я просто беру маленькие ваточки, пропитываю. Прикладываю плотненько на все сразу, даю полежать, а потом одним движением беру, так, сняла. Обычное средство, такие яркие лаки, размазывает вот здесь везде, то есть вся перемажусь всегда. Это снимает без мазни. Ничего рядом не будет, чистенько. Если сразу не снялось, я прикладываю, просто дальше снимаю. Лаки блестящие, отвратительно всегда снимаются. Это средство снимает их на ура. И когда я первый раз сказала: «Вау, какое дорогое!» Ну, оно мне в подарок пришло, все. Но я себе бы такое никогда не купила. Теперь я говорю: «Да, теперь я его буду покупать, да, оно дорогое, но оно крутое». Оно крутое, но со скидкой можно взять, правда ведь, девчонки? Лаки красивейшие, они стойкие, они быстро сохнут, они красивые невероятно. Поэтому можно тоже смело выбирать цвета, какие вам нравятся, какие на вас смотрят, берите и наслаждайтесь. Здесь у нас мое любимое средство для снятия водостойкой косметики. Нет, я не пользуюсь водостойкой косметикой, но это средство единственное, которая убирает, вот это не убирает, ни мицеллярка, ничего, не убирает у меня весь макияж полностью, начисто, а это убирает. Это как медузка, у нас, видите, она как слои, сверху прозрачная, внизу синенькая. Надо взбить, на ватный диск нанести и все абсолютно удалить. Давайте попробуем, я как раз вам сейчас покажу помады, видите, вот они. Но я очень густо нанесла, они даже у меня не смогли впитаться, толстый слой очень. Да, смотрите, как все красиво. Давайте удалим, а то уже прям, да, все руки. Я наношу немножко средства. И вот, например, подводка. Она же ого-го какая, смотрите, ее же вот так просто не удалить. Если ее вот так стирать, размазывать, тоже нехорошо. Я прикладываю и чуть-чуть держу. Просто чуть-чуть подержу. На вот весь глаз. Но глаза, знаете, как обычно смываю? Я водой сначала. И если у меня ресницы накрашены, я их сначала водой размягчаю и пальчиками аккуратненько снимаю, а потом прижимаю, беру сразу два диска, вот так вот прижимаю, просто держу, не двигаю, не тру глаза, не растягиваю кожу. Девчонки, берегите кожу вокруг глаз, она такая тонкая, нежная, а потом аккуратненько вот так вот снимаю, аккуратненько, но эта подводка очень плохо снимается, она, видите, прям как шарушечками, раз, сняла. Аккуратненько, уже много не тру. Приложила, сняла аккуратненько. Даже стойкие тени вот она уберет. Тушь у меня здесь, да, приложили, убрали. Очень хорошо убираются все. Ну и помады, естественно, сейчас не буду размазывать. Единственное, что с этим средством может быть не так, потому что иногда отзывы, да, ну, не супер классные. Жирненькое, то есть вот вы видите, оно маслянистое. Но мне это нравится, у меня наоборот кожа как будто бы увлажняется и становится более сразу мягко, нет сухости, вообще очень комфортно и классно. Поэтому что люблю, то особенно рекомендую. Кисточки крутые в Oriflame, у меня все кисти от Oriflame, вот это моя любимая, надо постирать.
вся, видите, в румянах. У меня много макияжа, сейчас сегодня весь день красилась, что-то делала, мазала. Серия On Color для меня немножечко неизведанная, если честно. У меня нет продуктов из этой серии. Я иногда беру дочке биби крем, ну сейчас у нее другой, у нее сейчас AZ, по-моему. Консилер вот у меня заказывают часто, очень хвалят. Пудра здесь прикольная, она, по-моему, без зеркала идет, но она вообще продукция, на удивление, несмотря на то, что ценник настолько просто позитивно, да, маленький, она такая качественная. Я даже просто смотрю по теням, по карандашам, по помадам. Очень хвалят карандаш для бровей. Девчонки говорят, что он круче, чем Giordani. Я удивлена просто, действительно. Да, напишите свои отзывы, кто пользуется этой серией, потому что я ее не очень хорошо знаю. Да, я тоже вот так же смотрю ваши отзывы и уже на них основываясь говорю, нравится или нет. Тени я брала аналогичные, вот у меня примерно вот эти оттенки есть. У меня просто восторг. Очень часто девчонки вот с этими макияжами смотрятся великолепно. То есть за такую цену целый набор, да, 10, тут 8 оттенков и с кисточками, ну просто прелесть. Так, здесь у нас, когда все меленькое, это значит без скидок. Но мы ищем, потому что иногда где-то запрятано что-то, что уходит из коллекции. Например, глянцевая помада, глянцевый лак для ногтей, трафаретики какие-то, защитные патчи. Количество товара ограничено. Да, вот тут мы смотрим, акция где-то, да? То есть бывает, среди всего этого запрячут что-то такое со скидкой. Ароматы мужские. Я их пролистываю. То же самое, надо пробники, надо выбирать себе по вкусу, чтобы вам нравилось, чтобы нравилось вашему мужчине. Потому что аромат — это такое дело коварное, да, не понравится, ну, а цена-то не маленькая. Миша подарила гель-скраб для душа, вот этот оранжевый. Ой, ему так нравится, я тоже искупалась. Он такой классный, он и пахнет вкусно, и там вот эти вот, ну, частички отшелушивающие, вот так вот, если увидите. Покажу. Вот, чуть-чуть частички, очень хорошо очищает кожу. Вот такой прям, ай, вкусненький, вкусненький, приятный аромат очень. Тут и пена, кстати, с большой скидкой, и увлажняющий гель после бритья, шампунь для волос и тела и гель для душа, баланс. Серия мужская Novage, тоже Миша пользуется. Супер! Вот сразу видно, ухоженная, хорошая кожа. Когда он раньше не ухаживал, не пользовался, иногда маски делал, только у него все время шелушилось лицо, поры забитые, жирные на носу, просто ужас. Я ему взяла и подарила эту серию, и смотрю и радуюсь теперь на это красивое, ухоженное лицо. Девчонки, ну мужчины же тоже должны быть у нас красивыми. Да, я не говорю, что они должны краситься, но кожа же должна получать уход, особенно кто живет в грязном экологическом городе, да, в экологически грязной среде, как у нас. А вот тут, девчонки, у меня просто восторг. Ну и мальчишки, да, кто будет смотреть. Вот серия Novage Procuticals меня просто сразила на повал. Я уже всем понемножку пользуюсь. У меня вот есть, смотрите, я уже второй раз пептиды заказала. Так, смогу ли я коробочку открыть? А, попробую. Сейчас открываю. Должно получиться. Вот второй раз беру пептиды себе, потому что первый курс сделала, у меня восторг. Есть на канале видео, как я ими пользуюсь, посмотрите. Далее, сыворотка с витамином С. Так, здесь она не представлена, что ли, не знаю. Я один флакончик использовала, эти пока оставила, стала использовать с ретинолом. Эту я пока не использовала с АХА-кислотами 6%. Я с ретинолом сейчас пользуюсь, стираю морщины с лица, работают продукты, просто огонь. Серия новинка против пигментации и нацеленная на выравнивание тона кожи. Я вот сейчас пользуюсь такой сывороткой Brilliance. Она крутая, прям, смотрите, классная сыворотка, такая приятная. Мне кажется, у меня пятна стали светлее на лице. Я вот прям смотрю, мне кажется, они меркнут. Хотя у меня же не вся серия. Но я вот с витамином С один флакончик использовала, считай, у меня 8 дней.
там на 7 дней рассчитано, у меня просто ну, не получилось так ее израсходовать активно. А если вы возьмете всю серию, у вас и пигментация снизится значительно, и в целом тон кожи станет более ровным, то есть воспаления будут, да, подавлены и так далее. Вот можно по отдельности заказывать кое-какие продукты со скидками. Так, аккуратно. Ой, как пахнет вкусно эта сыворотка. Вот тоже моя любимая сыворотка Экологен. У меня, в принципе, эта серия в моих любимчиках. Очень ее люблю. Вот моя любимая серия. А серия Skinergize. Она просто дает такое красивое сияние кожи, потому что я брала сыворотку и крем дневной пробовала. Ultimate Lift мне очень нравится. То есть я чередую или Экологен, или Ultimate Lift. Для взрослых женщин 50+, где уже прям мощно идет обновление, восстановление кожи, обновляющий пилинг для лица. О, какой классный! Здесь у нас есть эмульсия против воспалений. У меня за ночь все воспаления сразу удаляются. Есть матирующий гель для жирной проблемной кожи, особенно вот в лето. Это же палочка-выручалочка. Там прям буквально капельки наносите на лицо. Под крем, да, по-моему, под крем она идет. Надо посмотреть точно, как ее наносить. Давайте способ применения. Не вижу. Надо вот посмотрите на сайте обязательно, как правильно пользоваться. Далее у нас есть восстанавливающая тканевая маска, увлажняющая эссенция, которая вот увлажнение нужно практически всем, даже жирной коже. Бывает, что жирная кожа выглядит как обезвоженная. Разглаживающая тканевая маска, спонж коньяку, мультифункциональный защитный крем с SPF 50. Это бомба. Многие ищут такой высокий SPF фактор. Вы должны знать, что у нас есть такой крем. 30 мл в вашем распоряжении. Серия Королевский бархат Royal Velvet. Как же ее все любят. А как ее можно не любить? Во-первых, она и красивая, во-вторых, она очень качественная. Она нацелена на упругость кожи, восстановление упругости, напитывает лицо. Я периодически беру, конечно, и то, и другое. Особенно мне в этой серии нравится бальзам, но вот он сейчас не представлен. Вот у меня капсулки есть. Знаете, сразу курс не доделала, потом появились Procuticals. Ну и пусть пока полежит до зимы. Вот эти рыбки. Рыбки надо вот так вот выдавить маслица, оторвать хвостик, выдавить все на кожу лица и шеи, распределить и потом нанести сверху крем. Вау, какая классная кожа становится. Ну надо баловать кожу. Вы же согласны, что наше лицо, оно нам один раз дано на всю жизнь. И как мы за ним будем ухаживать, так оно и будет выглядеть. Шикарный крем для глаз. Я, кстати, делала эксперимент. На один глаз использовала Королевский бархат, а на другой мой любимый Экологен. По цене в 3 раза у них разница. В 3 раза. Эффект и тут, и там был отличный. То есть я не увидела, чтобы этот крем хуже справился с задачами. У меня действительно отлично все было, как там, так и там. Ой, забыла взять маску. Как я люблю эту маску. Смотрите, она фиксирующая. Вы можете нанести маску, а сверху вот эту силиконовую, то есть глубже маска проникает, да, создается эффект вакуума. Или я наношу тканевую маску, а сверху эту, чтобы та не падала, не отвисала. То есть я фиксирую, чтобы ходить, а не лежать. Шикарный отшелушивающий скраб для лица Optimals. Он мягенький, он не травмирует кожу, то есть он очень деликатный. При этом он смягчает кожу, напитывает ее. Маска с глиной. Где у нас тут маска с глиной? Вот она прячется. Давайте посмотрим. У меня дочка ее обожает. Вот она, масочка. Пахнет, кстати, вкусно. Она очень хорошо чистит поры, снимает воспалительные процессы. Вот эту маску мы тоже постоянно заказываем. А есть еще маска для всех типов кожи, ягодная, да, такая вот увлажняющая. Тоже она у нас есть. Я что-то не заметила ее в каталоге. Я думала, это крем, и не взяла. Что такое бустер для лица? Бустер мы добавляем в крем, смешиваем, то есть его не используют отдельно, девочки, отдельно бустер не надо, только вместе с кремом, и он усиливает действие крема, и он как бы снимает, стирает следы усталости, а еще и питает, да? Для сухой кожи мы берем вот этот розовый.
Смотрите, у нас здесь многофункциональный CC-крем против пигментации с SPF 20, идет со скидкой 2 оттенка в тюбике, кстати, классные крема. У нас будет обновление серии Optimals, и сейчас в этом каталоге мы можем заказать наборы пробников со скидками, чтобы попробовать и посмотреть, как они изменились, что будет, да, какие новые ощущения, кому что рекомендовать. Так, здесь у нас серия для жирной кожи и мой любимый аппаратик Skin Pro Sonic 3 в 1. Это значит, у нас будет подставка, сам аппарат, насадки 3 штуки, вот они, 3 насадки, вот так нажали, вибрация, он не крутит, он вибрирует. Усилили, снизили, выключили. Поменять насадку, раз, массажную, например, беру, оп, идет массаж по крему, по маслу. Мы работаем вот таким образом, как утюжком, разглаживает кожу, все становится такое ровненькое, гладенькое. Вот реально даже морщины становятся значительно менее заметные, когда поработаешь с таким вот классным аппаратиком. Так, что у меня здесь еще? Кстати, идейку вам подкину, если вы считаете, что это дорого, да, ну, на самом деле 4000 может быть дорого. Во-первых, можно оформить дисконт, чтобы у вас была скидка 20%, а во-вторых, используйте скидку вашу 50%. Кто в премьер-клубе, кто делает заказы от 150 баллов, да, вы можете взять этот аппарат со скидкой. Патчи для кожи вокруг глаз, и не только, их можно и на лоб, и на носогубки, то есть везде, где вы хотите, чтобы у вас кожа увлажнилась, разгладилась, вы наносите патчи. Слушайте, вот wellness я не взяла, у нас тут целый раздел wellness, я вам просто скажу, что это такое, чтобы вы понимали. Wellness — это витаминно-минеральные комплексы, здоровое питание, у нас есть коктейли, супы, батончики, это все для нашего прекрасного самочувствия, для всех людей, кто хочет быть здоровыми, хорошо выглядеть, да. У нас тут есть и целевые продукты для волос и ногтей, пребиотик, отдельно можно всю омегу покупать, даже есть аквабуст напиток, астаксантин, отдельно витамины. То есть это большая, огромная тема. Я просто wellness обожаю, у нас даже кальций есть морской с витамином D. Вот, но мы сегодня, да, продолжаем по каталогу двигаться дальше, потому что здесь я буду, наверное, час вам рассказывать, а может быть больше, про каждый продукт можно час говорить. Дальше у нас идет серия для лица. Вот первый крем, он идет и для лица, и тела. Серия как бы семейная, для всех подходит, да, универсальная. Есть здесь очищающее средство 3 в 1, крем для лица и маска. Маску все обожают, вообще всем нравится. Это молодежная серия Pure Skin. В эту серию входит много продуктов, они очень большое разнообразие. Здесь представлено гель-скраб отшелушивающий. Вот без скидок есть тоник и гель-скраб для умывания, не отшелушивающий, скраб и очищающая маска для лица. Интересная двухшаговая маска Detox, она сначала согревает, потом охлаждает, и инструмент для чистки лица, гаджет такой, кому, да, поры почистить. Мицеллярная водичка, вот так она будет выглядеть, с ягодами годжи и органическим овсом. Хорошая водичка, я вот беру, дочке все время она любит, да и сама иногда пользуюсь. А почему же нет-то? Далее у нас так, здесь очищающий крем для умывания. Кстати, вот такое хочу повторить. Тонизирующее средство для умывания с абрикосом. Это у нас кокос и алоэ, абрикос, а это чайное дерево и лайм. И вот все я их люблю. Ну, правда, кокос у нас не очень подходит, потому что он в виде крема, а вот эти средства, особенно чайное дерево, у нас постоянно. Обожаю губку для очищения кожи, очень мне нравится. Тоники есть каждый, да, под каждое очищающее средство мы берем тоник, потом мы выбираем крем для кожи вокруг глаз, крем для лица. Кстати, я брала себе аналогичный, да, тонизирующий гель для лица, но могу сказать, что он отлично для комбинированной жирной кожи подойдет, да, он такой вот нежирный. Маска, скраб для губ. Боже, какая это прелесть. Я вот периодически забываю пользоваться, но это такое чудо. Дайте-ка я нанесу сейчас. И пока мы с вами общаемся, у меня полежит как масочка.
Ай, какие приятные ощущения, какой аромат, девчонки, вот прям рекомендую. Такая работающая маска, работающий скраб, то есть если быстро надо, прям поскрабили минутку, смыли, если есть время, на 10-15 минут нанесли, и пусть полежит, напитает ваши губы самым чудесным образом. Здесь у нас три маски, три моих любимицы. Вот у меня маска с кокосом сейчас в руках, просто я вам показываю объем тюбика. Ее можно использовать и как скраб, и нанести на 10 минут как масочку, она хорошо напитает кожу. Маска питательная, с согревающим эффектом для сухой кожи, и маска скраб для жирной кожи. Ну вот у меня кожа не жирная, но я ее обожаю, я ее очень люблю, мне все в этих масках нравится. Есть у нас такие масочки на один раз для сияния кожи с апельсином и инжиром. Есть у нас такое специальное смягчающее средство с маслом мяты, вот такая новинка. Она, кстати, дает такой ментоловый эффект, и как будто губы охлаждаются. Пахнет вкусно, как жвачка из детства. И мне нравится вот этот цвет мятный, просто очень красиво и так забавно. А вот это средство, кстати, это первое средство, которое выпустила компания Oriflame. Такая маленькая баночка без аромата. Так, здесь у нас есть зеркало и много-много продуктов без скидок, без акций. Я их немножечко, да, пролистаю, не буду про них рассказывать, чтобы не тратить время. Термозащитный спрей. Кто сушит волосы феном, вам нужен такой спрей. Лак для волос с фиксацией на 24 часа в условиях повышенной влажности. Вау! Не склеивает и так далее. Я не пробовала эти укладочные средства, но я знаю, что многие без них жить не могут. Далее, серия Hair X — это профессиональная уходовая серия, поэтому про нее нужно знать, что очень высокая концентрация, расход очень маленький. Намочите волосы, возьмите каплю шампуня, лучше вот начните с маленькой, прям вот на мои волосы, прям вот буквально такая капля, пол чайной ложечки. Хорошо взбейте пенку, перенесите на кожу, да, головы и волосы. Добавьте еще воды, вспеньте и смойте. Просто если вы будете прям вот наносить сразу на волосы, вам не удастся ее вспенить и промыть. И у вас будет ощущение, что волосы какие-то тяжелые, тяжелые, грязные, липкие. И многие говорят: фу, мне не понравилось. Ребята, надо правильно пользоваться. Шикарные бальзамы, кондиционеры, роскошные маски. Есть вот такой вот чудесный массажер для кожи головы с такими длинными щупальцами, потому что у кого-то волосы густые, да, чтобы вот добраться до кожи головы. Кстати, фишку вам, да, скажу, лайфхак, что можно использовать как антицеллюлитный массажер. Я, например, так и делаю. Здесь у нас серия для окрашенных волос, а эта серия для тонких волос, которая придает объем волосам. Очень классная. Шикарные расчески. У меня, кстати, даже есть вот такая. Ой, у меня еще вот такая есть для начеса. Вот такая большая, крутая. Видите, какая она толстая расческа, как вам ее показать? Для того, чтобы подкрутить волосы, особенно у корней. Я ее очень люблю. Далее у нас появляются новиночки. Я прям себе обязательно закажу. Буду новые прически делать летом. Такие вот кукульки, хвосты необычные формировать. Но вот заколку я брать не буду, потому что все равно ими не пользуюсь практически. Серия Элио для, как я говорю, люксовая серия для волос с чудесным ароматом. И мне нравится, что здесь есть шампунь-кондиционер. Но я влюбилась вот в это. Этот мусс-кондиционер. Знаете, что он делает? Я забыла его взять, но у меня есть, и я уже новый себе заказала на всякий случай. Он делает объем, классный объем. Мы его наносим, держим 2-3 минутки, смываем, но волосы с ним объемные становятся. Чудесная маска в банке. Так, 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 что здесь нам припрятали со скидочками? Мыла, шампуни. Да, он, а, вот здесь еще масло, вот такой небольшой тюбик, вы видите, вот он прям в стаканчике стоит. Его нужно положить в стакан с горячей водой. Пока вы моете волосы первый раз, пусть он согреется. Масло должно быть теплым. Потом переносите на волосы. Тут написано сухие, но я переношу обычно даже на мокрые волосы. Очень хорошо работает. Кстати, надо попробовать на сухие сделать. Отличная идея, а я даже не пробовала на сухие. Здесь у нас идут шампуни для сухих волос,
Далее кондиционер для сухих, шампунь и кондиционер для окрашенных. То есть вы смотрите, какая у вас проблема или задача, и подбираете себе уход. Замечательные шампуни. У нас есть такое масло классное для волос миндальное. Вот, кстати, его я наношу на сухие волосы сначала. Мой волос попался. И потом уже мою волосы, и после наношу бальзам или маску. Но сначала напитываю свои сухие волосы, изможденные, чтобы они у меня были более мягкие, напитанные, гладкие. Смотрите, чудесные лосьоны по 200 мл с разными ароматами. Мой любимый — кокосовая вода и дыня. Далее, роскошная серия ягодная. Вот такое чудо скраб, как варенье, посмотрите. Да, такой вот джем какой-то нереальный, очень вкусно пахнет. Мы прям все полюбили, как видите, пользуемся. Волшебный мусс йогурт, крем-йогурт для тела, он прям реально волшебный, он так вкусно пахнет. Ай, прям ягоды, все лето. Я его когда чувствую, я сразу переношусь на лесную ягодную полянку или к маме в сад, потому что так вкусно пахнет ягодами. Честно говоря, даже не ожидала, что он будет. Я думала, это лимитированная серия. А здесь у нас будет новинка. Голубые перчатки. Да еще и с петелькой, чтобы повесить. И мочалочка голубая. Посмотрите, как классно. Кстати, рекомендую брать сразу две мочалки перчатки. Вы одеваете их сразу две. Наносите гель вот так вот или мыло. Мылите. И сразу двумя руками моете ноги, руки, плечи, спину, животик. То есть это так классно. Тут у нас серия с черникой, крем для душа и крем для тела, потом крем для душа цветочный и мочалка розочка. Ну, не знаю, мне кажется, она бестолковая, извините, но я почему-то ее даже заказывать не стала, может быть, детям будет прикольно. А вот это мой любимчик, это скраб с, подождите, серия с спа. Все, у меня язык заплетается, я устала. Это волшебный скраб с маслами. Я его ни на что не променяю. Вы знаете, это бесценный скраб. Попробуйте хотя бы раз в жизни, и вы поймете, что этот скраб не зря получил, по-моему, награду то ли Фифи, то ли Эвертс. По-моему, Фифи. Могу ошибаться, конечно. Было бы здорово, если бы здесь писали его достижения. Серия, кстати, у нас большая, спа. Есть еще вот такой вот крем-масло, такой густой, его только на влажную кожу наносите, иначе вы его даже не свезете вот с места. Разнообразные крема для рук. Смотрите, есть маленький 30 мл, есть по 100 мл, а есть гигант по 150 с миндалем. Да? На любой вкус. Смотрите, какая проблема у вас. Защита нужна, питание. Для ног спрей против натираний. Сейчас начнется, да, босоножки натерли пяточку, все, туфельками. Спрей возьмите и забудьте о проблемах. Кстати, очень крутой гель для снятия тяжести в ногах. Тоже у меня есть. Я им пользовалась летом. Зимой он мне не актуальный, потому что летом вот находишься, и действительно он помогает убрать вот эти вот некомфортные все ощущения. И интенсивная увлажняющая маска для ног, тоже очень классная. Смотрите, какие наши помощники, я говорю, это гаджеты для обуви. Что-то, да, надо, бывает, что обувь чуть-чуть великовата, или, например, сначала хорошо, к вечеру ноги отекают, надо, да, взять чуть-чуть, значит, побольше обувь и положить, например, сначала заднички, да, под пяточку, а потом ножка оттекла, выньте все, и вам будет комфортно. Вот всевозможные пемзы, щипчики между пальчиков. Я вот этим, кстати, пользуюсь. Очень удобно педикюр, когда сделаешь ногти красить. Наши прекрасные интимные гели. Вот недавно открыла розовенький. Чудесные гели. 300 мл с дозатором. У них маленький расход. И они очень классные. Мне, кстати, сейчас прислали на обзор эко-косметику. Я выбрала как раз пенку. Думаю, просто посравнивать с нашими продуктами. И я могу сказать, что наш гель даст фору любому продукту. Потому что после него такие приятные, комфортные ощущения. Мягенько все так. Супер.
Здесь у нас есть смягчающий лосьон для интимной гигиены, то есть мы его наносим уже после того, как искупались. Прекрасные дезодоранты, спреи. Кто любит спреи, я, например, не люблю, а моя мама только спреем пользуется, а я люблю шариковые. Серия для наших самых маленьких, для деток. Здесь есть все у нас. Очищающее молочко для кожи под подгузники, есть крем под подгузник, детское масло, есть детский шампунь и специальный такой крем, крем-бальзам многофункциональный. Кстати, эти продукты любят и взрослые. У кого кожа чувствительная, куда бежать? Вот сюда. Берите три средства, потому что тогда огромная скидка. Следующая страничка для наших малышей. Мыло с ароматом персика. Далее шампунь для волос и тела Король Лев. И два продукта очень вкусно, с вкусным ароматом, конфетным таким. Туалетная вода и шампунь для волос и тела. Детки будут в восторге. Серия солнцезащитная на любой вкус, для детей, для взрослых. Есть отдельные такие вот, как это называется, такой стик. Специальный стик, разный SPF показатель, SPF 30, SPF 50. Я обожаю, кстати, спрей автозагар. Обязательно вам закажу, запишу видео, как буду делать, как им пользоваться и какой получается эффект. Я вот сделаю буквально одну, например, руку или ногу и покажу потом разницу через несколько часов, как это будет выглядеть. Есть после загара средства. Готовимся к пляжному сезону-то. И, конечно, так как начинается пляжный сезон, нужно избавляться от нежелательной растительности. И в этом нам помогают восковые полоски для депиляции. Кстати, я пробовала, брала, но удаляет только не такие вот жесткие волосы, не удаляет все-таки. Вот у кого мягкие пушковые волосики, да, это шикарно. У меня не справились с ногами эти полоски, на руках прям хорошо. Ну вот на руках они мягкие, пушистенькие. А на ногах, конечно, нужна тяжелая артиллерия. Вот у кого волосики растут на лице, очень хорошие маленькие такие полоски, есть специальный гель для бритья, набор одноразовых станков. Ну, заказала я себе, попробовала. Ну, неплохо, на самом деле. Ну, неплохие, но бывало и лучше станки. Но за такую цену, может быть, действительно неплохо. Есть вот такой гаджет, страшный гаджет, я вам сейчас его покажу, напугаю вас, для того, чтобы этот эпилятор удалять волосики, нежелательный пушочек на лице. Больно? Да, больно. Правда, больно. Но куда деваться, если хочешь быть красивым, будь им. Как я люблю медовую серию. Вот напишите в комментариях, кто ее тоже любит, как я. И здесь у нас скраб для рук, жидкое мыло. И со скидками шампунь, кондиционер. Такие вот красивые формы, наконец-то они нашли вот эту идеальную форму, потому что до этого были какие-то круглые, квадратные, а это самая лучшая, такая прям приятная форма. Выглядит это красиво в ванной. Чудесная серия, особенно оценят те, у кого сухие волосы и сухая кожа головы. Здесь есть также маска и увлажняющий крем для рук. А здесь разнообразие. Серия Essence и Co. нас балуют. Да, здесь прекрасная серия с ирисом и шалфеем. Далее серия с зеленым мандарином и флёр-д'оранжем. И серия с лимоном и вербеной. Вот я как раз держу в руках для тела гель, да, Body Wash, для того, чтобы искупаться. И руки можно помыть. То есть шикарный продукт, вообще просто прелесть. Это серия с натуральными эфирными маслами, поэтому она и достаточно ценится высоко, да, среди таких вот знатоков, да, кто, как я вот люблю все для тела хорошее, чтобы кожа была холеная, красивая, с вкусными ароматами. Ох, какой выбор, какой выбор! На любой вкус. Я вам покажу мыло. Вот такое вот, смотрите, вот оно первенькое, Swedish Spa. Оно у нас идет в пленке, спрятанное мыло, в коробочке, потом пленка. И вот эти вот пупырышки, они с массажным эффектом. Я вам скажу один лайфхак, наверное, вы знаете, но может быть не все. Надо на мокрую кожу намылиться
и постойте с этим мылом, займитесь пока, может быть, почистите пяточки, да, или ноготочки, да что угодно поделайте, дайте этому мылу чуть-чуть побыть на вашей коже, не смывайте сразу, а потом смойте и посмотрите, какой будет эффект. Просто кожу снимает, всю мертвую кожу, такое чувство, что в баню сходила, все отмывает, круто просто, поры дышат. Здесь у нас серия Vita Care мыла и гели, три варианта: апельсин, тут у нас лайм сочный и нежная макадамия, он такой сладенький. Очень достойная коллекция, и качество классное, и цена великолепная. Ну вот просто налетайте, разбирайте на любой вкус. Здесь у нас гиганты XXL, это значит, что 500 миллилитров будут большие флаконы, гели для душа, кокосовая вода и дыня, клубника, лайм, олива и алоэ, малина и мята. Смотрите, цены чуть-чуть везде разные, зависит от того, если где-то есть скраб, то там подороже со скрабом. И тут нас ждет чудесное предложение, такой огромный набор всего за 529 рублей. Что входит в набор? Мыло, жидкое мыло с алоэ, вся серия с алоэ и оливой. Далее гель для душа и с моим любимым фруктом, с авокадо, маска для волос и крем для рук. На мой взгляд, предложение достаточно выгодное. Если посчитать 5 продуктов за 529 рублей, мне кажется, это очень хорошая цена, да? Напишите мне, как вы считаете, хорошая акция. И здесь, та-дам, завершает наш обзор. Я надеюсь, вы тоже с удовольствием полистали со мной каталог, потому что здесь нас ждет чудо. Это охлаждающий скраб для ног с арбузом и огурцом. Дезодорант для ног освежающий, который снимает тяжесть и отечность, и шикарнейший охлаждающий крем для ног, который даст такой холодок, приятно напитает наши ножки, они будут легкие и красивые. Боже, мне кажется, это шикарный каталог, по крайней мере у меня такое впечатление, что я себе опять целую коробку всего закажу. Мне все очень понравилось, столько всяких вкусняшек и классных акций. Напишите, что вы для себя наметили, что вы хотите заказать. Дайте обратную связь, напишите в комментариях, полезное видео или нет. Я очень старалась, надеюсь на ваши лайки, сердечки. И всего вам доброго. Вот, видите, как помада вам в конце еще показываю, чуть-чуть стирается. Все, красота, везде нас ждет сплошная красота. Всего доброго вам, классного каталога, до новых встреч!